Сезон тихой охоты в самом разгаре. Сотни грибников прочесывают леса в поисках опят, подосиновиков, рыжиков. Казалось бы, такое увлечение не таит в себе никакой опасности и угрозы. Но это далеко не так. С середины августа в чувашских лесах заблудились около 30 человек. Убедительная просьба. Ненастную погоду, когда нет солнца, в лес, но нежелательно. Потому что, когда солнце, ориентироваться легче. Но, тем не менее, если уж решили выбраться в лес по грибы, надо обязательно в порядке сообщить своим родственникам, куда, в какой лес, в каком направлении идет. Если уже, не дай бог, потерялись, тогда уже в обязательном порядке в лесу есть квартальные столбы, их предостаточно найти, подойти, определиться, нумерация, сообщить 01-112 или своим родственникам, если есть возможность, где, в каком месте вы находитесь, разжечь костер и не бродить, не паниковать. Потому что если информацию получили, наши спасатели найдут в обязательном порядке.